Мне в детстве повезло, очень повезло. Литературой обучал меня странный и умный человек. Странный, потому что вел он уроки с нарушением всех педагогических методик и инструкций. Начал он с того, что положил перед собой карманные часы и заставил нас читать вслух из хрестоматии. Каждый ученик читал минуту, через минуту следовал приговор. Истукан, до пятого класса дошел и читать не умеешь. Ничего, для второго класса годен. На каком языке говоришь? На русском? Это тебе кажется. Что ты читаешь? Богатыри не вы? Богатыри не вы. Значит, не вон тот, что в носу ковыряет и палец скоро сломит. Ясно? Ни черта не ясно. Чтобы Лермонтова понять, любить его надо.